Кто придет на помощь в самой сложной ситуации? Конечно, сотрудники МЧС. Уже 85 лет это ведомство на страже безопасности жителей нашей страны. Именно в этот день, 85 лет назад, Совет народных комиссаров утвердил новое положение о противовоздушной обороне Союза Советских Социалистических Республик, согласно которому местная противовоздушная оборона была выделена в самостоятельную составную часть всей системы противовоздушной обороны Советского государства. Сейчас в мире постоянно возникают все новые опасности, и сотрудникам МЧС приходится быть постоянно ко всему готовыми. Но большое внимание спасатели уделяют и профилактическим мероприятиям, и работе с населением. В целом, Нижегородской области уделяется особое внимание мероприятиям в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Весь комплекс этих мероприятий направлен на повышение уровня знаний в вопросах гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В день празднования особо отличившиеся сотрудники получили свои заслуженные награды. Не забыли и о маленьких художниках, которые изображали будни спасателей. За второе место дипломом Главного управления МЧС России по Нижегородской области и ценным подарком награждается Робертус Диана Сергеевна, учащаяся Чалковской средней общеобразовательной школы.